Вы знаете, мы не создаем политический блок. Мы сегодня констатируем, что в Республике Молдова существуют здоровые политические силы, которые разрознены. Каждый из них говорит об одном и том же, что говорит его сосед по политической площадке. Но друг друга не слышат и не могут объединить усилия. Так вот, мы сделали первый шаг. Это партия регионов Молдовы, это патриоты Молдовы и социалистическая партия. Только, пожалуйста, не путайте. Это социалистическая партия господина Морьева, а не Дадона. У того называется партия социалистов. Так вот, три политические партии договорились о том, что давайте мы будем координировать свои действия. У нас уставные цели, задачи, программы практически идентичные. Мы не создаем электоральный блок, но давайте мы создаем площадку. Мы все три партии против идеи унионизма, распространения их в Республике Молдова. Мы выступаем за сильное государство Республика Молдова, нейтральное, демократическое. Да, на базе пусть федеративного, но главное, чтобы страна была единая. Мы хотим, чтобы Приднестровский вопрос был решен. То есть эти цели у нас, задачи одинаковые. Поэтому мы будем проводить семинары, совместные акции, конференции. Будем предлагать пути решения многих проблем, которые стоят перед нашим обществом. Это нормальное явление. И более того, там четко написано в самом тексте соглашения, что он открыт для подписания другими политическими формированиями. То есть, предположим, какое-то политическое формирование сегодня захочет подписать его, но внесет свои предложения. Если эти предложения совпадают с целями, задачами этих трех политических партий, пожалуйста, расширяется этот базовый документ, увеличивается, подписывается уже четырьмя. Какую цель мы ставим перед собой? Мы ставим только одну единственную цель. На базе этих трех политических формирований и в будущем еще несколько политических формирований, которые войдут туда, создать площадку. Площадка для появления третьей силы с общенациональным лидером, которые возьмут на себя ответственность за происходящее в стране, дадут стране стабильность, динамику развития, предсказуемость, политическую предсказуемость. То, что мы наблюдаем сегодня, вы сами видите. Сегодня голосуем за одно, а завтра голосуем за другое. Будет стабильность. И вот эта третья сила и появится обязательно, я в это верю. Это будет общенациональный лидер молдавский, который поведет Республику Молдова. И эта третья сила будет в парламенте Республики Молдова. Я в этом убежден.